Здравствуйте, уважаемые коллеги, друзья, подписчики и посетители канала. Представляю вам очередную правовую новость, и на этот раз новость будет связана с правами инвалидов. Именно данному вопросу посвящен законопроект, реквизиты которого вы видите. Данный законопроект был подготовлен законодательным собранием Санкт-Петербурга, и им предлагается внести ряд изменений в закон о социальной защите инвалидов. Во-первых, предлагается внести поправки в статью 11.1 и установить, что одним из средств реабилитации инвалидов является собака-помощник. То есть это специально обученные собаки, которые выполняют действия, направленные на удовлетворение бытовых потребностей инвалидов. Кроме того, в отношении данных собак будет выплачиваться ежегодная компенсация, направленная на возмещение расходов по их содержанию. Ну, если я правильно понимаю, в настоящий момент размер этой компенсации составляет 25 822 рубля. Кроме того, вносятся изменения в статью 15 закона и устанавливается, что органы власти должны обеспечить допуск на объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры собак-помощников. В пояснительной записке к законопроекту указывается на то, что в настоящий момент инвалиды достаточно активно используют собак-помощников. В данном случае эти собаки выполняют различные бытовые действия, которые не способны выполнить инвалиды. Это может быть, например, включение-выключение света, поднятие предметов, закрытие-открытие дверей. Но при этом, как отмечают авторы, какого-либо регулирования в отношении данных собак-помощников не установлено. И это препятствует реализации инвалидами своих прав в отношении средств реабилитации. Соответственно, чтобы устранить данный пробел, и предлагается внести изменения. Следует заметить, что в финансовом обосновании к законопроекту указывается на то, что его реализация потребует дополнительные расходы бюджета. В данном случае расходы на подготовку таких собак, а также на их содержание, выплату компенсации расходов по содержанию данных собак, в целом они составят чуть более 60 миллионов рублей ежегодно. Что касается перспектив данного законопроекта, то оценить их достаточно сложно. С одной стороны, данный законопроект влечет дополнительные расходы бюджета, и такого рода законопроекты с неохотой поддерживает правительство Российской Федерации. Но, с другой стороны, данный законопроект действительно поднимает достаточно актуальную тему, и можно предположить, особенно в свете думских выборов, что Госдума может поддержать данную инициативу. Таким образом, необходимо отслеживать процесс рассмотрения данного законопроекта. А на этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч.